Пока вся страна готовилась ко встрече старого Нового года, семья Кадеевых со дня на день ожидала прибавления. В ночь на 13 января житель города Кораблино Виталий посадил супругу в автомобиль и повез в Рязань. Но молодые родители не рассчитали, что из-за метели дорога до роддома займет куда больше времени. Вот мы дотянули кое-как до Михайловского поста. И потом я уже понял, что остаются считанные минуты и что нужна помощь профессионала. Если бы не служебный автомобиль бы, то роды могли бы быть где-то в пути. С помощью патрульного автомобиля, включив звуковую сигнализацию, мы доставили ее в кратчайшие сроки в перинатальный центр, где она родила девочку буквально через 5 минут после доставления. В ту ночь взволнованный папа даже не успел поблагодарить сотрудника отдельного батальона ДПС Анатолия Зенина. На следующий день Виталий позвонил по телефону доверия у МВД России и описал ситуацию. Впрочем, полицейские тоже не забыли про неординарный эпизод на дежурстве. За последние годы это уже 4-й случай в Рязанской области, когда инспекторы ГИБДД помогают при родах на дороге. И каждый раз госавтоинспекторы встречают маму с ребенком на выписке с цветами и подарками. От имени управления ГИБДД и отдельного батальона дорожно-патрульной службы поздравляю вас с рождением дочери. Коллектив госавтоинспекции желает вам и вашему ребенку крепкого здоровья. Для безопасных путешествий малышке и ее родителям госавтоинспекторы подарили детское автокресло. Ну, замечательно, что работают такие профессиональные люди, которые добросовестно подходят к своим рабочим обязанностям.